Ну что, всем привет, и многие из вас просят, покажи наконец-то квартиру, переехал ты или не переехал. Давайте покажу. Первый раз я показал видео, но что-то кому-то стало неясно. Давайте еще раз покажу. Вот эта квартира, я скажу сразу, она мне такой степени понравилась, как я сделал ремонт, что даже сейчас я подал все документы, да, за нее расплатился, и ее я сейчас в данный момент беру и оформляю. Оформляю все как положено, на себя, пропишу здесь. Ну, в общем, здесь у меня шкаф, ну, так у меня дочка разложила, да, вот так вот все разложил. Ну, да ладно, ее право. Здесь, ну, вот, да, с Алиппом мне вот рубашку постирали, теперь я рубашки белые стираю у нас в химчистке, потому что, не знаю, потому что мне дорого обходится. Давайте, наверное, покажу, чтобы было хорошо, да, видно. Так у меня вход. Здесь у нас на входе сразу налево у нас санузел, да. Здесь, да, небольшой бардак. Здесь я с вами абсолютно согласен. Вот эту штуку я сейчас заказываю себе длинную вот сюда, чтобы она до конца стала, да? Вот, чтобы и была вот такого цвета. Вот я хочу, чтобы был, как в Египте, все верно. Как в Египте. Больше здесь ничего колхоза не буду. И вот здесь, да, смотрите, вот у меня вот здесь идет у нас душевая, да? И вот здесь у меня сейчас заказана, так скажем, стеклянная дверь. Она у меня будет готова буквально, через неделю. Можно будет ее забрать. Ну вот полотенцесушитель, просто многие спрашивали, просто идет электрический, за счет того, что у меня теплые полы, поэтому полотенцесушитель идет электрический. И вот моя бывшая изображена. Ну все, здесь, наверное, закончили. Теперь что у нас? Ну вот здесь зона кухни, да? Зона кухни, здесь у меня спряталась стиральная машинка. Здесь у меня висит телевизор, да? 55-й. Ну и вот такая кухня в целом. Здесь, конечно, я учел уже ваши пожелания, да? Само собой, есть у меня. Здесь у меня здесь плита. Вот. А здесь есть вытяжка. По-разному работает. Сенсорная. Ну и здесь, конечно, духовой шкаф. Это вдруг, в конце концов, я буду жить с кем-нибудь, и кто-то мне захочет готовить. Ну, мало ли что. Я, конечно, фантазер, но вот так вот. Здесь мне подарил клиент с Екатеринбурга, подарил мне вот такого чудовища, может, домовой, чтобы он охранял. Ну, поэтому, пока есть домовой, в принципе, девушка не нужна. Ну, вот здесь такая-то раковина. Да. В общем, ящик сделал минимально, чтобы не было эффекта, как будто я нахожусь у нас в, не знаю, там, как будто я сплю на кухне. Сразу скажу, я квартиру, которую продал, я им оставил бонусом тот холодильник хороший, да? Кстати, если вашего магнитика здесь еще нет, то добро пожаловать, и с большим удовольствием вас приму. Ну и вот, соответственно, здесь что там у нас? Какой-то холодильник, это все еще запасы дочки, скорее всего, надо все выкидывать, потому что, ну, потому что. Здесь у меня такая микроволновка идет, мне с ней удобно сейчас, в принципе, до нее добираться, поэтому вот этот холодильник мне больше по душе. Здесь что будет? Здесь у нас вот, ну, технологии теплые полы и все. Вот здесь, смотрите, вот здесь вот видите, оставили. Здесь должны мне в понедельник сделать такую же дверь, вставку и полки. И здесь все будет хорошо. Здесь все-таки я так вот развернул стол, да, поставил свой стол. Почему? Это у меня память сорская, поэтому решил его оставить. И вот так вот развернул диван. Вот так вот. Если теперь сесть и посмотреть, примерно это выглядит телевизор вот так. Вот так выглядит коридор. Примерно вот так вот. Но вид с окна, обычный вид с окна, как у всех. Обычный вид с окна на море. Сегодня у нас погода пасмурная. Море. Ну да, вот здесь еще не хватает стульев все-таки. Стулья я все-таки возьму и сделаю. Ну, детская, да, она же комната Настя. Здесь стоит хорошая кровать. Хватает здесь места. Вот, примерно это выглядит так. Здесь шкаф, остатки, которые мне неправильно собрали, которые должны забрать. Ну, в общем, вот как-то так. Ну и спальня моя, да.
Сразу скажу, в колонке никуда нельзя было, у меня есть кинотеатр, который мне нравится. Сюда я сейчас выбираю телевизор, сюда повешу, скорее всего, 50 это телевизор, 50 дюймов, наверное, с изогнутым экраном. И сюда же подключу колонки. И получится, у меня здесь буду лежа в кровати наслаждаться потрясающим звуком. А так вот, у нас светлый фонарь сделано. Тоже здесь есть у меня. Да, очень много рубашек. Половину надо повыкидывать. Полотенце даже поэтому не уместились. Вот так вот. Здесь у меня вид тоже на море. Само собой. На жилой комплекс 1, 2, 3. Ну, и такая стоит кровать на 1,60 м. Ждет ту единственную, которая будет здесь со мной ночевать, готовить и так далее. Соответственно, один кондиционер на спальню и один кондиционер у нас на кухню-гостиную. Я думаю, на спальню там будет подать. Ну, в общем, вот так вот, да. Да, и даже чайник есть. В целом, переехал, все готово. Все сделали мне, в принципе, нормально. С доводчиками. Единственное, что у меня посуда не умещается в нужное место. Да, не умещается, поэтому нужно что-то придумать. А так телевизор показывает, все четко. Одно дело, что нет времени смотреть. Уже интернет есть. Вот сейчас этот угол мне дома доведут. Серега мне все обещает. Полочки стеклянные красивые, дверьку такую. И, наверное, пару стульев возьму. И в целом вот так вот примерно получается. Ну все, всем пока. Если есть вопросы, задавайте, с большим удовольствием отвечу. Пока.